Добрый день! Есть такая интересная культура, как батат. Вот сегодня мы попробуем вырастить ее рассаду. Значит, мы берем такой вот горшочек длинный, это очень удобно. В него насыпаем сантиметром 8-12 субстрат или земли. Вот. Поток где-то 2 сантиметра. Землю я уже насыпала. Где-то 2 сантиметра песка. Песок нужен, чтобы батат не соприкасался с землей, с субстратом. Поэтому можно даже чуть-чуть больше, так как он будет вдавливаться в этот песочек. А в зависимости от его размера, какой-то будет вдавливаться больше, какой-то меньше, чтобы не оказалось у вас, что он соприкасается с землей. Это нежелательно. Так, вот все это слегка утрамбовали, чтобы, когда начнем поливать, не было каких-то ям и не опускалось частично. Вот, теперь берем клубни батата. Вот, я выбрала такие. Вот этот побольше мы вдавливаем сильнее. Этот слабее, совсем немножко. Нам важно, чтобы они, их верх был примерно на одном уровне. Для рассады это лучше. Теперь засыпаем где-то до половины самих клубней еще песком. Рассада батата растет волнами, поэтому посадив несколько буквально клубней, вы можете получить очень много ростков. Иногда бывает в зависимости от самого клубня до 7 волн его. Вот. Рассаду желательно, клубни уложить для получения рассады желательно где-то в феврале, потому что это довольно долгий процесс. В зависимости от сорта батата, первые ростки могут появиться и на 7-й день, а также и через 2-3 недели, иногда даже до месяца. Так что не пугайтесь, если он у вас при этом не загнивает, на нем нет каких-то нехороших пятен, значит, все нормально. Вот мы его присыпали. Вот. Теперь это надо все хорошенько пролить. После чего ставим при комнатной температуре, но желательно на окошке. То есть им для того, чтобы ростки проросли, нужен свет. Не как для картошки, когда свет нам практически не нужен. Не забывайте, что это все-таки не картофель. Совершенно другое семейство. И сладким картофелем его зовут только из-за того, что его клубни напоминают его. Вот. Ну, собственно, все. Теперь это поставим на окошко. Будем ждать. Когда будут появляться первые ростки, сначала ничего не делаем. Когда они подрастут, я вам покажу, что мы делаем с ними дальше. Как мы их будем укоренять. Все, удачи!